Здравствуйте всем. Сегодня я решаю тактику 0 чисел. Вот, смотрите, по тактике, и вот наша первая задачка. Здесь, скорее всего, сразу мне бросает золото прям король дельба. А потом я просто не сломаю, и слона нету нормального отхода, просто приходится жертвовать слона. Ну я здесь раз, сначала мне в глаза прикинулось. Ладья Е3, но потом я увидел, что Б4, слон Е4, а Б король Д2, приходится играть на король Б4, и за слон Д3, там мы просто поиграем позицию у нас. У король Д2 там позиция равная, ладья Е1 одно и то же. Почти одно и то же. Ну давайте ладья Е1 Б4, например, слон Б4, а Б, король Д2, ну одно и то же. Если король Б4, то слон Д3 или ладья Д3. Там не за ладья Д3, за ладья Д2, а здесь можно, но все. Ну давайте пробовать король Д2. На Б4 будет слон Б2. Король Д2, да. Б4, я просто забираю на Ж4 и выиграем. Ну, интересная позиция была. И следующая позиция. Так, ну и бросается назад ход ЕФ3. Король Ж5. Неприятно. Неприятно очень. Ой, нет уже связки. ЕФ5 здесь вот, ну, ладья Ж5. И ладья Ж4 даже здесь, то там тоже неприятно. Я помню эту задачу, не знаю, где-то я пятый или шестой раз решаю. Да, всегда делали, да, но сейчас я хочу лучше сделать ранее эту задачу. Вот это. Так. Интересно, интересно. Ладья Ф3, ой, король Ж5. Ладья стоит ферзь Е4. Конь Ф3, король Ж4, ладья Ж4. Стоп. Вот, ладья Ф3, по-моему, правильно, король Ж5. Ладья Ф3, ферзь Е4. Конь Ф3. Король Ж4, ладья Ж4, просто. Убивать, пробовать, что ж. Да. Ах, блин, если даже три не проходит. Надо что, давать профилактический шаг. Хотя стоп тоже не проходит. А! Нет. Просто я ладья Ф5, но короче, шесть так проходит. Ладья Ф5. Ладья Ф5. Хотя стоп, сейчас я сейчас так быстро ладья F8, ну такой F5, вот плохо, кстати, а ладья F5 что делать? Ладья F5, король G6 и просто ладья H5. Думаю, выиграем, да, давайте ладья F5. Да, ладья G4, ну ладья H3. Забираем, ну вот я первый раз эту задачу брать, я решаю. Король F6. Ну, бросается назад сразу ход король F6, король H5, ферзь F8, ну, там H2, и все, по-моему. Для белых это печально. Печально, печально, по-моему. Ну интересно, что здесь надо сделать белым. Скорее всего, надо ферзь F8 сначала. Король G6, ферзь F8, H2, ферзь F8, просто так. Давайте все, ферзь F8, правильно, ферзь F8, берем, да, победа. Ну задача, победа, эта задача решена. И следующую задачу решаем. Конь F6, ферзь E4, конь F6.
выполняю эту задачу, у нас 10 единиц находится. Там 4 персона требуют. Я уже забываю эту задачу. Так. Так. В отличие от той задачи, где надо было ладья F3 играть, ладья F5, она на 30 раз больше решена, значит она немного легче. Той задачи. Как ты хочешь эфирзя сохранить, но не видно как. Конь d2. Это сами будут машина очень грозными. И кони, страшные кони, и пешки такие, и как-то разновато для меня, если честно, лично. Здесь вот конь g3. Стоп, а что мне теперь всех шесть будет делать? По-моему, мне просто после... Это 6 против на позиции. Слон 4, ферзь 4. А, нет, слон 6. 7, 7, 7. Где штуки? Так. 9, 7. Ну, давайте обновлю. Буду пробовать ферзь 6. Правильно, это 4, что ли, берем? Правильно. Ага, на Е4 берем. Или не берем вот этого вот. Если берем... 6. И берем. Я вот это не могу понять. Где-то 6, когда... Ой, 4 CD. Так, черт, 4 CD, G6, конь E7. Ну, непонятно, ну, позиции. Ладья F7 есть, вот, ну, там C7. Да, у них будет еще урон просто. Так, ух, может, еще что-то найдем такое интересное. Ферзь E4. Что-то от ферзь E4 я не могу найти. Ладно, давайте я убью ферзь 4 CD и G6 играю. Ну давайте. Да, да и сама задача, ну тяжелая. Задача очень. Вот такая задача. По-моему, здесь решение 2. Здесь вот слон E4 нападает на ладью и на ферзя. А здесь вот слон B5 еще. Слон b5 нападает на ладью, ой, на ферзя и на коня. Что вот, я не могу понять, что лучше. Ну, на их честь, если видишь выигрыш фигуры, то это лучше, чем выигрыш качества. А, вот, все, я понял. Слон 4 это грубая ошибка, за ферзь 5, слон 8, ферзь 2. А у слон b5 ничего нету просто. А нет, ферзь 4 здесь вот. Стоп. Не понял. Хотя стоп, нет, слон e4 вот решает, за ферзь e5 там ферзь 2 просто у него нет ни единого шага висит. И конь. Сейчас. Вот. И конь и ладья. И ладья и конь. Всё. Да ёлки, сейчас извиняюсь. Я что-то открыл снова вкладку. Новое окно. Ну давайте пробовать. Слон e4, как я понимаю. Так, ферзь 2 и ферзь 3. Надо было точнее. Нет? А, неправильно? Что, ферзь? Да правильно, d3 решили? Нет, и это неправильно. Вау. А что, что неправильно? А, вон, вот и d7. Я не знаю, что я захода, да, вон. d7. Чего ферзь d2? Не удивило. Ага, где-то 8 из 3 меня, да. Вообще, да, где-то 7 точно не дозначилось там, да, типа. Так, ну, где-то 3, если я не сказал. Где-то 7 рассматриваю, как внутренний.
помнишь, короче. Вот. Фирсис 5 рассматривается также. Так, Фирсис 5 жалко, ну не прикольно. Фирсис, а, нет, все прикольно. Все прикольно. Фирсис 5 жалко, Адиасим, Лошвертка. Ну вот, Фирсис 5 жалко, Адиасим. А Фирсис 5 уровень, Фирсис 6 или тоже Адиасим. Это что, подавайте Фирсис 5 попробуем все-таки. На Фирсис 7 будет 1-7, на слона всем. Фирсис 6. А на Фирсис 5 1-1, кроме ажа. Ну, давайте пробовать Фирсис 5. Да. 1-7. И слон 7. Да, правильная задачка. Я слышу, там последняя задача. Ажа играет соперник. И что же нам здесь предпринять? Конь d5, что ли, предпринять? Конь d5, ферзь c8, слон f5, или... Стоп, еще раз. Смотрю, а я d5 некрасиво, как же... Из-за ферзь e6, конь d5 красиво, но ферзь c8 непонятно, что делать. В общем, ботик. Четыре, но некрасиво. Так. Скажу, все кое-где, только сердце выйдет. Все вижу, но не могу понять. Не, кстати, давайте он не пять пробовать, тут сложно, что мы всем просим. Ферзь 4 какой-то неприятный ход. Давайте я попробую все-таки, потом там подумаю неправильно. Что-то я помню, что не 4, что у меня. А, вот это 5. Ой, не, ничего неприятного, неправильно. А, я 6, я не заметила. Ну, у нас лично все будет. И 6 комп, я не заметил. Ну и досмотрел в этом участке. Так, вот где-то 5 играет спринг. Ферзь 6. Это ход неприятный не для нас, а для него. Да, но ферзь 6 реально что он будет делать? А, ферзь 5. Ага, так. Интересно, интересно, интересно. А b6, вот, b6, b6. Розов еще. b6 розов мат просто. Ну, вот так. Ферзь 2, я не могу играть, просто ферзь 2. Да, давайте, короче, b6 пробовать. Да. А, b5, там ферзь 5 только, да, вот. CB, да, и задачка решена. Давайте еще решим там, на честь, есть такая функция, задача дня. Это будет последняя моя задача на сегодня. Она каждый день меняется, я ее еще вчера решал, но еще сегодня повторю. Еще посмотрю, если решу эту задачу, и появится 2 задачи дня, то я ее тоже решу. Ну, ферзь это не... Всегда я. Конь c3 любой мат. На король d1 тоже ферзь. Это конь c3. Мат такой вот. Ферзь c3, на король d1. На ладья висит такой вот на этот мат. И защищаю один мат ставлю. А вот на ферзь c4. Если конь c4, ладья 1. Неприятный за король b2. Ну, позиция выиграна, но... Ну, мат лучше ставить. Сразу же. Ходишь один, ферзь d3, а вот на король d1, выбирайте сами, какой мат ставите. Ферзь d2, хотите поставить конь f3, хотите поставить или конь f2. Хотите поставить мат, ну, вот еще реально
смешно, это сделано для того, когда я... Нет, не сделано. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.